Порядка 100 жителей Шима и Шимского района накануне участвовали во всероссийском проекте «Лес Победы». На Красной Горке возле Синицынского бора на площади в 3 гектара было высажено 8 тысяч саженцев сосны. Просто вот душа радуется, что у нас такие люди в общественном совете, что у нас вообще ишимцы такие активные. И что вообще мы сегодня участвуем в этой акции. Здорово. Здорово, конечно, вот когда вот так вот собираются все и работаем. Общая работа, она, как говорил этот Кот Матроскин, объединяет, да? Поэтому очень здорово. Всего в рамках проекта «Лес Победы» планируется высадить 27 миллионов деревьев по официальному количеству погибших в Великой Отечественной войне.